Главный химкинский пляж в парке имени Толстого готовят к летнему сезону. Рабочие собирают мусор, подметают дорожки. В ближайшие дни приведут в порядок душевые кабинки, будет оборудован медпункт, произведено рыхление песка. Впрочем, несмотря на подготовку прибрежной зоны к массовому отдыху, сразу окунуться в воду, скорее всего, будет запрещено. Мы обязаны провести мероприятие по исследованию воды водолазами, что делает Химспас. Далее мы получаем акты заключения Роспотребнадзора по поводу санитарно-эпидемиологического состояния нашей воды. Ну, как показывает прошлогодний наш опыт, ежегодные пробы воды, они подтверждают именно то, что в данном водоеме канала Москвы купаться запрещено. Для более комфортного отдыха рядом с пляжем будет работать закрытая платная территория с двумя бассейнами, детские и взрослые системы очистки и шезлонгами. Сейчас зону отдыха красят и ремонтируют. Есть два фильтра, которые очищают. Есть хлорка, которая проходит через специальное устройство. И есть pH, который держит баланс воды. Ну а если не хватит места здесь, еще одна территория семейного отдыха будет работать в 150 метрах от пляжа у яхт-клуба ЖК «Маяк». Здесь также можно будет отдохнуть на шезлонгах и искупаться в бассейне. Официально пляжный сезон в Химках откроется с 1 июня.